Аварийно-диспетчерская служба, дворники и кровельщики – вот те, кто ежедневно делает нашу жизнь комфортней и в случае форс-мажора готов прийти на выручку и быстро устранить возникшую проблему. Сейчас главная задача коммунальщиков – подготовиться к зимнему периоду. В МУП УК ЖКХ с ней справились даже досрочно. Техника готова. По песко-соляной смеси 20 тонн уже на складах. То есть мы можем ими воспользоваться в любой момент. В принципе, это наша месячная, как минимум, месячная потребность. Всего законтрактовано там 75 тонн, то есть, в принципе, на всю зиму мы обеспечены песко-соляной смесью. УК ЖКХ в Ленинском городском округе обслуживает 551 дом с общей площадью более 1 300 000 квадратных метров. Всего под контролем управляющей компании трудится около 300 человек. 100 из них – дворники и водители мини-тракторов, задача которых в зимний период – бороться с последствиями непогоды. Дворники все укомплектованы инвентарем, это лопаты, это спецодежда. Одежда, это ледорубы, полностью заготовлена песко-соляная смесь, антигололедные реагенты, техника для уборки придомовой территории. Поэтому готовы, сбоев быть не должно и не будет. Готова к зиме и аварийно-диспетчерская служба. Зима, конечно, посложнее, это само собой. А это отопление и все последующее. А так готов. Оборудование есть в наличии. Хорошее оборудование. Николай Солопов в коммунальном хозяйстве работает уже 25 лет. Начинал простым водителем, затем перешел в аварийную службу и сейчас трудится там электриком. О выборе профессии ни разу не пожалел. Интересно, работа с населением, скажем так, да, это какой-то свой отпечаток накладывает все-таки, да. Общение, все-таки более такой познавательные моменты есть. И, естественно, каждый раз что-то новое сталкиваешься. Работа с наступлением зимы прибавится и кровельщикам. Это как очистка крыш от снега и наледи, так и локальный ремонт в случае протечек. Реагируем быстро, то есть материал закупается очень быстро, и в этом проблем нету. Главное, чтобы погода позволяла ремонтировать кровлю. Коммунальщики заверили, готовы к любым сюрпризам и непогоде, и встретят их во всеоружии. Екатерина Борисова, Евгений Садовский, Ольга Садовская. Видное ТВ.